решил выйти прогуляться. Я сейчас вот нахожусь во дворе этого жилого комплекса. Вот такая застройка, вот такие большие дома, они по 25, некоторые по 22 этажа. Сейчас вам покажу. Вот жилой комплекс. Там идет застройка. Очень много долгостроя. Как я вижу, здесь коррупция процветает. Выходим, и тут есть такие площадки импровизированные. Тут кто-то играет в футбол, кто-то в теннис. Здесь еще пасется скот, кто-то ведет скотоводство местное. Это, как я понял, это буйвол. Школа футбола. Вот такое хозяйство ведут они. Они здесь, кажется, они измельчают. Он сделал для буйвола корма для буйвола. Вот такие. Так, сколько здесь буйвола? 4 буйвола и 2 коровы. Вот столько, очень много муравьев. Муравьи. И они при этом тут босиком ходят. Вот это он измельчает, и как раз таки он размешивает. Вот такая она жизнь. Вот они собрали весь вот этот зелень. Вот они сидели вот на этой плантации, и сейчас они будут резать. Так, вот такие на местный лад
кизяки, балбахи по-нашему, по-якутски. Балбах. Ну, они так аккуратно, почти в один размер, как заводские. Я поговорил с ребятами. Его зовут Джатан, Сани. Ага. Их не старший брат, это, кажется, еще сестренка. И это их глава семейства, отец. Вот эта корова чуть-чуть меня чуть не сбила с дороги. Она отдельно здесь живет и кушает. Банды. 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 Бан